Когда-то я так же, как и вы, после окончания учебы в школе, думала о том, в какой вуз мне лучше поступить и какую профессию выбрать. Мой выбор пал на СИБГАУ, университет с многолетней историей и узнаваемым именем. Я выбрала гуманитарный факультет, потому что здесь предлагалось огромное количество часов изучения английского языка, также возможность выбора второго иностранного языка и множество направлений деятельности, от учебной до творческой. О своем выборе я не пожалела ни разу. Эти 5 лет были наполнены масштабными проектами и общением с интересными людьми. Многие из звезд шоу-бизнеса, телевидения или успешных политиков, которые приходили к нам на неделю пиар и рекламы, теперь мои коллеги. Очень многие однокурсники, с которыми я училась вместе эти 5 лет, теперь тоже мои коллеги, либо в сфере пиар и рекламы, или в каких-то смежных областях и специальностях. На мой взгляд, это является лучшим подтверждением тому, что университет и сам факультет работают в правильном направлении. Ведь люди не просто получают образование, они остаются в профессии и продолжают совершенствовать свое мастерство и профессиональный рост. И самое главное, что для очень многих работодателей диплом СИБГАУ является гарантом качества. И если бы сегодня я думала о том, в какой вуз мне лучше поступить, я бы, без сомнения, снова выбрала СИБГАУ.